Эти кадры сняты на Череповецком металлургическом заводе в дни работы 23-го съезда КПСС. Вот что сказал тогда старший горновой 3-й доменной печи, герой социалистического труда Александр Ильич Гуторов. Дни работы съезда. Коллектив 3-й доменной печи работает особенно хорошо. Коллектив в основном комсомольский, молодежный. Ежедневно выдают 40-50 тонн сверхпланового чугуна. Сегодня выдали 100 тонн. Вот этот чугун, который вы сейчас видите, идет сверхплана. Выполняя решение съезда, череповецкие металлурги увеличивают выплавку металла. От 50 до 100 тонн сверхпланового чугуна ежедневно дает коллектив мощной 3-й доменной печи. Вот он, сверхплановый металл. Достойно встретили Первомай металлурги Череповца.